Привет, Даня. Еще один ролик. Кинешь мне трейд. Ставьте шкаф. Скажут тебе. Ты можешь все станить, или как этот монарх, не скиллованный через одну. Потому что рога может станить каждую. Ну, из вол. Так, Морбин, ты умеешь диспелить чуму? Если человек тупой, на нем чума, то есть он не выносит ее. Все равно ее диспелишь, понял? Отлично. Чек на пол. Прист выиграл. Выпейте настойки, хоть не знаю. Здесь надо ДПС дать еще. Мельники, стойте в квадрате. В общем, кружок, первая волна станет монарх, ромбик, гефестиум. Вторая волна Валь, я кружок, ромбик, фрешблад. Остальные по команде. Остальные это Белин и этот Хенрих. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. На второй фазе стоим звездочки. Выносим оскорнение по команде. Слушаем, короче, меня, и все будет хорошо. Да, чему попало выносить? Правильно сказал. Шарк еще вылазит, РДД перебежали ловушку. Чему смотрим? Чему встали в квадрат, милики, мы будем выносить чуму. Это же была чума. Спел. Встали в квадрат, милики. Ловушка скоро. РДД ловушка. Смотрим ловушку. Протопал ловушку, все проходим, милики в квадрат забили на лича, чему надо вынести. Морбен, чума. Как он умер? Милики ловушка перебежали, все, не берет, нет времени на него. Стали в квадрат, второй шарп еще вылазит. Смотрим ловушку, милики ловушка, отбежали в квадрат. Череп. Чему смотрим? Сейчас будем выносить чуму. Мид, чума. Мид, чума, выноси. Оп. 7% до переходки. Встали в квадрат. РДД ловушка. Каплю давать? Не. После следующей ловушки все на К идем. 4%. 3%. 2%. Милики, ловушка, все на край, чума, 2 секунды, встали в квадрат, милики, будем выносить чуму. Кварк, чума, блин, куйся. Диспел его, диспел. Все на край, веди на край лича. Так, ловушки нет, все нормально. Дистанцию все набрали. Листы, шары, норка, гимна, ману, хаба, тотем, ставь. Ревасик, иннер, хабе. Панага, Иннер, Машунки. Играем в духа. Ферслайф весь, повешивая этот проклятие косноязычие на духа. Пробую сбивать косты.
сферки будете бить? Очень близко сфера, кресты. Это во второго духа играем. Так, это последний дух, у нас 9 секунд. РДД, все добиваем духа. Шарики добить. Шарик. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Все в центр кличу. Звезду встали. Звездочку встали. Кружок, монах, ром, дефестиум, трусы гел. Разлили лужи, поставили ТТ-маков. Играем валик. Хабу схватили. Через кружок. Вижу. Прыжку был стан. Осквернение, тщеславие, вышел. Добили. Не выпрыгивай. Не выпрыгивай, если выпадешь с вали. Давайте рост. Добейте трусы. Трусы добить. Чего вы кинули трусы, ём? Давайте рост. Встали в звездочку. Ромбик, фрешблат, трусы гел. Осквернение выносим к этому к порталу. Рейд смещается к трону. Смотрим вальку. Выбежали. Так, первый не бить, второй не бить. Выбеги. Не выпрыгивать. Играем в ромб. Трусы. Давайте. Веди лича к трусам. Играйте в лича. Не, все, трусы, наверное, не сольем. Играйте в лича. С центра выведи лича. Осквернение на рейнже. Сейчас все восстановимся. Одна секунда. Осквернение. Фрешблад. Отошли от него. Встали в звездочку, как на первых вальках. Монах, кружок, ром, гефест, трусы, гелд. Я в кружке. Трусы застану. Я трусы застану. Кружок играем, потом трусы. Все, трус, ромбик, трусы. Стан по ромбику. Белин, стан по ромбику. Дал. Так, спасли ромб. О господи, за звездой идем, за звездой. Забили на лича, за звездой. Кто так разлил конченую лужу, сукин сын? Баба. Осквернение на миде, блядь. Стань... Только клоун, блядь. Падайте. Заем ресаемся. Блять, как можно было так злить лужи? Ты же РДД. Ёбаный стыд. Еще кто-то прыгает в лужи. Ты из-за прыжка какого-то кто-то прыгал, поэтому так разлился. Так. Последнее предупреждение для шаманов, которые хилят цепухой. Кидаюсь на следующем трае по пятихатке. Сходу просто. Если мы убиваем даже удачно босса, я все равно посмотрю в рекаунт. Не будет там на первом месте волны. Я кидаю ГП. Сейчас танк упал по вашей вине. У меня маны не было. Это не, меня это не волнует. Поэтому ты и села по мане, что цепуху просто так кастуешь никуда. Хаба, 3 волны исцеления, это нормально вообще? Ну да. Ой, давайте дальше, трайл. Ничего сложного. Ёпрст, а ты как умер? Ну-ка, расскажи. Чё ты, Войд, падаешь, не прожимаешься там ни хера? Троллич. За
захил Вайдалин, гоните, посмотрите, прожимается он или нет. Может, он нахилил себя больше, чем шаман. Ну, у него там захват рун 133 тысячи. Удар смерти 67. Ну, ты... считай, одно раз 13 нажал, а другой раз 6. Нормально. Пушите рыбу. Ну, а шаман за весь бой две цепухи, один две цепухи, второй... Ой, цепухи волны. Второй 5. Учитывая то, что хулипала нету в рейде. Ну да. Мануся, Куарк, Акрофобия. Где вы? Как Акрофобия умер? Вальки? Так, Мануся, ты зайдешь или нет? Или я тебя исключаю и добираю, афкашишь? Ладно, быть. Могу заменить кого-то? Я уже заменил тут, блядь. Ну уже заменил. Ставьте шкаф. Цепаком хилят через танки. Пизда, блядь, поклонники ретри. Так это верняк. Адепты лазипанка. Я смотрю, там даже лось зашел послушать. Короче, Холи Престу не надо, имеры. Походу. Как ярдру. Заливаем. Не можно упоминать мое имя, суета. Только рестер шаманом. Акрофобия, ты где? Почему ты не пришел еще? Тебя тоже исключать. Тебя никак не реснуть. Ты не в инсте. Давай быстрее. Заходи на Аллах Акбара, Виталий, тут фурик не хочет резать. Тыкайте на все. Да не, тут можно спокойно убить без смертей. Только что-то немного натупили на первом трае. Уже до... добрали чела уже, Манус, если ты слышишь. Тебе кричали, приди, рейсни, смети с уманем. Давайте бафать рейд. Вон там Хенрич пишет в рейд вопрос по астану. Не давать без команды. Чек на пул. Кварк готов? Что не хватает, что нет? Давайте лапу. Запускаю. Вы это не оставляйте вальки, когда у них лям 600. Я сейчас посмотрел первые вальки, мы еле добили. Вы пошли на лича почему-то. Еще и лужи криво разлили. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Так, давайте на переходке. Монах, ты пуешь первый гимн на переходке. Хаба и Машулечка, ставите тотемы сразу. На второй переходке под конец должен откатиться тотем. В общем, скажите в РК, когда они у вас откатятся. Да будет так. Герои в атаку! Ну да, вот Фуарк правильно сказал, но уже затупили. Стали в квадрат милики. РДД перебежали. Милики выносим чему сейчас? Где выносим чему? 3 секунды. Падаем. Все РДД зоны улетят. А чего вы улетаете? Ну,
Я так думаю, кто-то наступил просто туда, но меня не видно было как. Вон Александра, Оптимус и Рывасик. Ну, откинуло. Кто там наступил, улетел. Стояло близко к ловушке, все встали в метку, все улетели. Метка залагала, Александра тут. Я не вставала в ловушку, я первая побежала дальше. Поздно. Ну давайте, говорите, кому мне кидать ГП? Александра, Оптимус, Кулонга и Рывасик. Кому кидать ГП, как вы считаете? Мой кидает. По-любому он улетает. В смысле, блять, улетаю? Я стоял вообще дальше всех из рейда от этой ловушки. Как-то там же вычислить можно, нет, по рекаунту? И вроде да нет, ну, не отбежали всем смысл кого-то там искать. Отбегать надо раньше, такое бывает. Человек может зависнуть, вы всегда должны далеко отбегать от ловушки. Давайте, попытка номер 3. На СРТ влетает на ловушке, это совсем печально. Там просто звездочка еще улетела на ловушке, странно, да? Рядом просто был. Ну, на ловушках не летали. Рывасик не в гильдии. Минус 50 кровы. Да. Кому не будете, нет? Ресайтесь, Рывасик, Акрофобик, что ты пишешь, когда ты мертвый, не ресаешься? Не теряем время зря просто. Точка МСТ и больше не будешь падать. Давайте заново шкаф. Рывасик, ты ролил вещь на этого персонажа. Без ЕП следующего персонажа. Ты идешь к паролу. Убирал токены на сову. Ну это считается. Может тебя заменить на другого персонажа? Ты долго летишь, релоад не пишешь. Тебе написали, что брать. Сова в рейд есть? Сову заменить? Да, есть. Давай заходи. Спасибо за рейд, Рывасик. Тоже устал, типа. Устал, выключил комп. На тебя кикнешь. Ты там быстрее. Ферстнайп, давай шкафчик. О, сердце. ГПИ. Ты какие-то кнуты, да? То, что мы бичи. Что там анбаф еще не сделали? Так, кого самонить?
Ты сейчас умну. Я тут уже. Все, давайте фулбап по рейду тогда. Чек. Нит, Шизар. По два. Это за счет. Дайте им телег. Телег дайте. Я запускаю. МП5, лапу и интеллект. МП5 по пристам. Неужели прибыли наконец? Кулак магом дал. Смерть. За ничего онлайн получать вообще никакой. Служиваешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Кстати, хорошо, что напомнил про хапку. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Ну не знаю, можно, кстати. На лечение, кто без паски, давали после следующего рейда, чтобы ДПСа было больше. Кого собрал больше? Ну, со следующего рейда можно давать ГП, если наличие пасок нету. Хорошо. Можно и так. Смотрим ловушку. Так, РДД ловушка перебежали. Смотрим чуму. Секунды. Анага, выноси чуму. Ловушку смотрим. Милики ловушка в череп. В череп забежали. Так, еще одна ловушка, милики ловушка, опять на мне, череп. Чума, мид, выноси, блинкуйся в трэш, диспел. Новая ловушка сейчас. Опять, милики ловушка, встали в квадрата, нет. Вот сюда. Бежали в квадрат. Второй шарк еще вылазит. Опять милики ловушка в квадрат отбежали. Блин, плохо, что на миликов. 78%. Хабар, выноси, диспел. Диспел або диспел. Ловушка опять на миликах. Пробежали в квадрат. Было близко. Следующая ловушка, и потом все на край выносить чуму. Милики ловушка, все на край, чума 3 секунды, встали в квадрат. Чуман, тщеславие. Спели. Все, переходка. Так, давайте, дистанцию набрали, кину каплю тебе. Монах, гимноману. Тотемы, оба шамана поставили. Шизар, Инер, Хаби. Нага, Инер, Машульки, если себе не забыл. Я Машульки забил уже. Ладно. Бейте шарики, сбивайте косты духом, пильте танков. Ничего сложного. Крова духа начинаем. Клик на хп обнови, вор.
Акрофобия, крик на хп, 4 минуты вижу. Вили духа. Идем звездочку. Монара, монар. Кружок, дефестим, ром, трусы, гел. Так, смотрим вальки. Как-то кружок криво полетел, пиздец как. Через кружок играем. Все через кружок. Осквернение 3 секунды. Фулонга. Трусы добить. Дали рост. Так, осквернение к порталу выносим. Станы. Ромбик, фрешблад, гелд, трусы, кружок, я. Дали звездочку. Чуть лича поверни, чтобы звезда смотрела на спину лича. Не в ту сторону. Разверни обратно. Так, смотрим. Сейчас будет осквернение. Рейд смещается к трону. Выбежали. Звенение кулонга. Отрыв, давай. Верим, надеемся. Играем в вальки. Станы раздали. Не прыгать. Не прыгать по валькам. Станил кружок. Играем в кружок. Белин, ромб, стань. Блять, упал. Видели как? На рейндже стоим. Хватило 1 метра. Сквернение 5 секунд. После сквернения идем в центр. Улонга. И становимся на как на первых вальках. Звездочку. Монах, кружок, стань. Дефестиум, ромб. Трусы. Ел. Я в кружке. Трусы стану. Фрешблад, кружок, стань. Ромбик застань. Я в ромбике. Кружок играем, потом ромб. Я в ромбике. Теперь ромб, ромб, трусы. Оскорение 3 секунды вышли на рейндж. В ромб играем. В ромб. Оптимус. Осквернение. Так, ладно, минус 1, ничего страшного. Кто хоть улетел? Еще один мор, бля. Прошлый ДПС был, ну. Встали в звездочку. Кружок я станю. Ромб, фрешблад, КД. Хорошо. Станешь ромб, гел трусы. Станем вальки и выходим на раньше, осквернение будет. Застанили вальки, осквернение 1 секунда вышли. Фрешблад вышел. Сакру давай. Охуенно, разлил пиздата. Давайте играем через ромб. В ромб играем, все в ромб, кружок, кружку хана, ромб, трусы. Трусы, последняя надежда наша, давайте, трусы. Пошли трусы, кружок минус. 5%, давай, сейчас будет осквернение, потом идем в центр. Осквернение, 1 секунда, на рейндж вышли, анага, осквернение. Звездочку становимся. Кружок монах, ромб, дефестим, трусы, хелп. Ромб играем. Я в ромбике. В ромб играем. А где кулонга? Все, до свидания, да? Угу. Хорош. Все, играем лича на край. Веди, переводим сейчас. Минус 4, ладно, могло быть и хуже. Оскорение 1 секунда. На рейндж все вышли. Все на рейндж. Только краю идите, все краю сейчас. Все, не будет осквернений. Так, мастер аур прожимаю. Бля, монах, подбивай сферки. Монах, у тебя гимн на КД. Оптимус, пой гимн на ману. Тотем. Ставь тотем. Морбер, потом ты споешь гимн на ману. Монах, бей, бей сферы, ханта нет. Оптимус, бей сферы, ханта нет. Играем в кружок, следите за напулом. Рейндж наберите. Сферки бейте. Дополнительный урон по рейду идет. Все, играем в кружочек вот в этот. Трой дух вылезает, его не трогаем, только кружок. Все, играем в квадрат. Квадрат играем. Так, играем только в квадрат. Кружок не трогаем, следим за агро.
Так, у нас два приста осталось. Сова и сушением в комнате, звездопадом в комнате. Все в квадрат играем. Так, ходим в звездочки. 4 хила есть, спокойно. Все живы. Ходим за звездочкой. Вся надежда на Эрдру сейчас на холле приста. Так, СС ты давал ферста, верно? На БДК. ПДК. ПР у нас есть. Ходим просто в звезды. Выйдем с комнаты, добьем кружок и квадрат. Потом выйдем по ситуации делать дальше. Так, сейчас выход с комнаты. Никто духов не бьет, отдотайте лучше лича. Осквернение на мне, от черепа отошли все. Все, можем бить квадрат. Убиваем квадрат. Могу похлопать духов, если надо. Играем в кружок. РДД в кружок. Милики, идите бить лича. Духи спускаются. Милики ушли. Так, отхожу от духов, бабл кончился. Хиливайте рейд. Добили там духа уже. Играем все в лича, отходим к порталу сейчас. СС-ы повесили. Кинул каплю на войда. Бля, два шамана, он проседает на 40%. Ходим звездочки, повесил. Оббежали в портал, там рядом бомба, давай сакру. Мастер аур прожали. Освобождай ауру от тьмы. Ставил ауру от тьмы. Так, смотрите, после комнаты будет осквернение, духи пойдут на нас, поэтому мы отходим к порталу. Ориентир на звездочку. Так, очень плохо, по стенке прошли. Так, спокойно, помогу пить. Живо идем, да. Выход. Все порталы идем. Сквернение на Белине. Все к звезде идем. Возле звезды ставьте тотемы. Монах, гимн на ману давай. Войду СС дайте. Так, смотрим осквернение, 3 секунды. Прийти, удар. Духи спустились, отбежали. Анага под босса встань. Духи спустились. Один дух в рейде. Так, еще две комнаты, наверное. Давайте звездочку сам. Жали далеко, бомба падает. Сюда встали. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек промущены этим проклятым клинком. Да. Так, выйдем с комнаты, духи пойдут опять на нас. Мы смещаемся к порталу за звезды. Не бьем лича, просто идем. Не. Я просто жду, пока лича приведут боссу. Да. Идем теперь боссу. Киньте двух танков. Тотемы поставьте. Где тотемы? Не вижу. Тотемы. И 10 лямов. Вернее, одна секунда.
что это за звездопад? Да он накатится. Я так бью. Он точно бить ДПС в конце. Ты его спалил. Ваня, Ваня. Так. Сколько там? 5 лямов еще. 4. Ой, последняя комната. Сейчас Берса, наверное, будет. Минута 20. Монах вообще стоит и сушение кастует. Ну, это... неадекват какой-то. Наверное, не будет ролить интерес. А зачем ты бьешь иссушением духов, когда лича надо бить? Что вы за люди? Дай звездочки. Да ладно. Тоже хочет ДПС набить. Если он так каждый трайбил, то это плохо. Ну, в смысле, каждую волну. Не, вроде только сейчас. Ну ладно. Это было печально. Идите все к порталу и добивайте ничего. Может, он не знает, каких духов бить просто. Вот. Ну, знаешь, это тоже вероятность такая есть. Я много чего видел тут. Убили лича. Вы величайшие герои Азероты. Все. Вы преодолели. Манусь, из ТВРК, блин, надо было написать, что ты би его отошла. Я бы тебя не менял, подожди. Из моих слуг. Так, кому понравился рейд, нам надо люди в гильдию. Я не тратил время на чат, не добирал никого. Кто-то заинтересован, пусуйте мне. Так, Шиза, держи. Не знаю. Пойди. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить. Морбин просто уничтожил двух шаманов и Эрдру. Полипристо. Пошли в гильдию, Морбент. Кто там еще? Генрих, Монарх, Морбент. Не важно, онлайн не важен вообще. Вращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину. Монарх, давай. Не, ну, спек у него плохой, но хилит нормально. Еще хочет. Да, да, у тебя бил плохой. Мне по душе это ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай... Еще встану по линку. Сбить эти оковы. Хилишь нормально ты, но спек у тебя очень плохой. Хуже, чем у меня, что ли? Ну да. Ой, доспех хороший, но хилить не очень. Да-да-да, отлично. Это нормальная хилить, почему? Да? Ну там к шутке голосные. Генрих, Монарх, тут и Монах, идете в гильдию? Понятно. Я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час. Я редко играю. Я никогда не понимал людей, которые пишут с онлайном не потянули бы. Более в 18 году, где с вещи на успех уходят. Ты ходишь в два рейда в неделю, получаешь 6-7 КЕП. Тем более рога, лол. За месяц у тебя ПР растает до небес. Если ты уделяешь хотя бы 3-4 часа или этой игре, ну хотя бы один рейд ходишь в неделю. Ну смотри, защита от заклинаний вкачана, божественная лиса станет вкачана,
уменьшающее время каста Великого Исцеления. Молитва отчаяния, это ПВП талант, вообще ПВЕ он не нужен. Ну, колодец, конечно, естественно, зачем он вообще? Его не юзают, просто так-то нормально. Бесполезный талант. Всплеск света тоже, ну, нету смысла в холепресте. Есть намного полезнее таланты. Испытание веры — обязательный талант в холепресте. Усиленное исцеление, ну, это такое. Не обязательный, но у тебя вообще в ноль. Так, давайте защитник ролим. А что там выпало? Сейчас полинкую. Да, два нитриоса. Лебарда. Танк. На успех бы взял. Наверное, он имел в виду бесполезность, что его не используют. Не... Бора. Не, есть, которые в ПВЕ играют с этими талантами. Ёпс, ты писал, что надо... Ну, смотри, какая польза вот в этом рейде была от твоего колодца. Где-то была польза от него? Ты вообще его ставил? Ну, ёпс, ты ДД, это... Ты сейчас в ФДК, соответственно, ты ролишь на ФДК.